на прошлой неделе вышло постановление правительства, которое существенно расширяет положение о Федеральном агентстве по делам молодежи. И это касается увеличения наших возможностей, штатной численности. И сегодня нам грех жаловаться, правительство делает очень много, поддерживает нас в том, чтобы мы активнее работали, как раз решая проблемы, создавая возможность, как раз создавая инфраструктуру для раскрытия потенциала российской молодежи.